30 марта текущего года в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления ЖКХ и городская среда в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан состоялось подписание соглашений с городскими округами. В составе делегации от города Хасавюрт во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов и начальник городского управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев. В своем выступлении Бадыр Ахмедов обратил внимание, что на сегодняшний день многие дома и придомовые территории города находятся в плохом состоянии. Над решением данной проблемы нужна большая и планомерная работа. И в этом свете формирование современной городской среды является правильным направлением. В свою очередь, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Ибрагим Казибеков ознакомил присутствующих с требованиями по исполнению озвученного проекта. Субъекта есть право, если программа не будет реализовываться, деньги снять, перекинуть на другое муниципальное образование. Поэтому мы с вами будем определяться жестко по графикам производства. Вы нам представите какие-то фотографии, там, визуализацию ваших дизайн-проектов, дворов, парков. И мы, соответственно, то есть тех деньгах, которые у вас есть, тоже часть денег можно на парки направить, если вы считаете это необходимым. Вот эту всю визуализацию, все мы будем контролировать, приезжать. Хочу сказать, что Министерство по объемам финансирования среди всех субъектов Российской Федерации мы на втором месте. Чуть-чуть больше нас, буквально там на около 100 миллионов рублей, получила Башкирия. Все остальные гораздо меньше. То есть мы достаточно большую сумму защитили для того, чтобы наши города как-то немножко преобразить, привести в порядок, сделать их красивее, светлее, добрее. Подписанный документ предусматривает предоставление субсидий бюджету городского округа город Хасавюрт на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в Республике Дагестан на 2017 год и государственной программы развития жилищного строительства Республики Дагестан. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».